ходе предварительного следствия установлено, что фигурант не имел лицензии и других документов, которые дали бы ему право на добычу песка. Он самовольно совершил хищение полезного ископаемого. Размер ущерба составил более 96 миллионов рублей. Кроме того, в ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый, полученные преступным путем денежные средства, легализовал путем придания им видимости законности через совершение финансовых операций, в связи с чем обвиняемому также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом Б, часть 4 статьи 174 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть легализация отмывания денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступлений. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвинительное заключение утверждено Новосибирской природоохранной прокуратурой. Уголовное дело направлено в Искитимский районный суд для рассмотрения по существу.